У тебя сумасшедшие тренировки, ты всегда выглядишь идеально. Что ты делаешь? Ты наверняка хорошо о себе заботишься. Я тренируюсь, но я также много очищаю организм. Очищаю, да. Ты что-то пьешь? Я пью, да. И еще недавно начала пить кое-что новое каждый день. Это сок из ростков пшеницы. Я не знаю, если кто-либо из вас пробовал. Я никогда не пробовал. А кому-то вообще нравится это? Помимо кошек. Ага. Знаешь, к этому вкусу надо привыкнуть, правда? Но если ты не хочешь пить это, то можно использовать в качестве клизмы, как кишечное промывание. Ты делаешь себе такую клизму? Да, да, я это делаю. Я просто еще хочу сказать кое-что, я не хочу хвастаться, но вообще ростки пшеницы очень тяжело удерживать. Но мой кишечник обожает это, так что большинство людей могут удерживать 30 секунд, а я могу 30 минут. Должен сказать, это... Я могу 30 минут. Я веду это шоу уже долгое время, но это самое странное хвастовство от звезды, которое я когда-либо слышал. Ты должна узнать, как на Олимпиаду такое предложить. Я могу сделать себе клизму и удерживать ее очень долго. И в особенности ростки пшеницы. Пшеница. Ты делаешь это или что-либо? Я никогда в жизни не делал кишечное промывание. А клизму? Нет, нет, никогда, никогда не делал этого. Супружеские пары делают это друг другу. Да, этого точно не будет. Ты поймешь, ты скоро встретишься с ней. Я люблю ее, я люблю свою жену, но она никогда бы такое не сделала мне. Ну ты сам себе можешь сделать, я могу показать. Что? Ты сможешь мне сделать? Да. Ты бы сделала? Да. Серьезно? Да. Это можно еще показать на шоу. Да, можно снять, но, конечно же, определенная область будет покрыта. Если только ты не захочешь посмотреть. Нет. Почему так сразу нет? Нет, я имею в виду, что не обязательно всех остальных одаривать таким видом. Но я могу посмотреть, чтобы знать, что с тобой все хорошо. Ты наверняка заинтересована, чтобы увидеть, что происходит у меня там внизу. Да, довольно-таки очень. Вы можете все нас оставить одних? Я хочу, чтобы они ушли. Но я могу сделать это тебе, я не против. Хорошо, мы тогда обсудим это позже. Я бы хотел довести это до конца. Вот и все.